Ну а что я могу сделать, милый? Наша служба и опасна, и трудна. Да. Не знаю я, когда вернусь, объясняю 900 раз. Не знаю. Вадик, оу. Покурить есть? Ну, не, нету. Закончилось. Здрасте. Здорово. Мне это не нравится больше, чем тебе. О, все, пора работать. Начальство подъехало. Да, все, все целое. Счастливо. Ну, счастливо, перезвоню, как раз. Да, хорошо, все. Здорово. Здорово. С тех пор, как меня поставили на ваш район, я вообще спать перестал. На Кронштадт переведись. Там одна мокруха в год. Срубил и стопроцентная раскрываемость. Ага. А если не срубил? Ну и что? Известно что-нибудь? Ну что, огнестрел? Свидетелей нет. По документам Лялина Тамара Аркадьевна проживала на Бабушкинской. Ребят, я в адрес послал. Так. А работал где-нибудь? Неизвестно? Не знаю, не знаю. Сейчас перезвонят. О. Дай-ка зацепить. Да, алло. Да. Так. А соседи, соседи, соседи что говорят? Ага. Понятно. Ну, добро. Все. Знакомая гильза. Держи. Ребята с адреса. Жила одна, работала медсестрой в Путиловской. В Путиловской? Ага. Соседи говорят, с бандитами водилась. Действительно, город маленький. Ну что, поехали по адресу? Ну, погнали. Пошли.
Доброе утро. Здравствуйте. Что слышно? Слава богу, все живы. Да, и мы тоже. Гоша. Ну что, Гоша? Гоша, я просто говорю общую тему. Между прочим, сейчас такие дела творятся, что, естественно, я переживаю. И за себя в том числе. Я же не мать Тереза. А что, к Головатову мы не идем? Сказала, через 10 минут. Ну, вы у нас, как всегда, в курсе всего. Иван Тимофеевич, ну кто-то же должен быть в курсе. Иван Тимофеевич, там снова в женской палате. А? Что еще? Ну все тоже, уколы ставить не дают, грозятся. Их бы выписать всех. Ладно, пойду-ка я загляну к нашим кумушкам. Ну ведь Иван Тимофеевич... Доктор Уважов больше с Амтралом не работает. А кто? Я теперь. Ну как же так? Не переживай, Анюта. Георгий Олегович прекрасно справится. Пойду посмотрю. Нам сказали, что им трала больше не будет, что его запретили. Спокойно. А у вас что получается, а? Нет, вчера у вас одно, завтра другое. Я говорю спокойно. Мне тоже этих вот. Уколов не надо. Я только что звонила мужу, он мне запретил и сказал, да. Чтобы я больше вас не слушала. За кого вы нас держите? А ну прекратить! Назначать лекарство – прерогатива врача. Не я будем принимать. А я вообще ухожу домой, за мной сейчас... Дайте нам главного врача! Тихо все! О, Аня, здравствуйте. А чего смурно я такая обидел-то? Кто меня обидит, и дня не проживет. Нравится мне это. Скажите, вы Тамару Лялину хорошо знали? К счастью, нет. Почему к счастью? Потому что. И, кстати, на работу я к вам не нанималась. Ну вот, а еще говорят, я такой вот жесткий и неженственный. А заведующий хотя бы где? Кабинет в конце коридора. Только у него сейчас пятиминутка. Пятиминутка? Прекрасно. У нее обыкновенный запор. Она минералки с газом перепила, вот и все. Если бы ты почаще заходил в палату, до этого бы не дошло. А это верное замечание. Вы, Георгий Олегович, больным не очень-то внимание уделяете. Так, что с Амтралом? Уладили беспорядки? Да они взбесились там все, чуть глаза мне не выцарапали. Это ерунда. Вы врач. И находить общий язык с больными – ваша профессия. Борис Васильевич, ну, во-первых, я не психиатр. А во-вторых, они меня не слушаются. Такое ощущение, что их кто-то настраивает. Настраивает? Вы кого-то конкретно подразумеваете? Да так у меня нет доказательств, но конкретное предположение есть. Какая подлость. Ну почему подлость? Если кто-то не может выполнить свою работу, так ему лучше, чтобы ее вообще никто не выполнял. Это, скорее всего, профессиональная гордость. Профессиональная гордость? Галочкин. Ты хоть одного больного в своей жизни бесплатно вылечил? Слушай, Полежаева, если у тебя личной жизни нету, давай я тебе сделаю это бесплатно. Георгий Олегович, немедленно прекратите. Так, все, довольно. Добрый день. Я из уголовного розыска. Капитан Говоров. Извините, у нас важное совещание. Вы не могли бы подождать в коридоре? Да нет, это вы извините. Но речь пойдет об убийстве. Поэтому вам придется отложить все важные совещания. Нина Сергеевна? Меня интересует полная информация о вашей бывшей медсестре Тамаре Лялиной.
сюда. Мужики! Давай сюда. Ха! Гляди, что это он? Да он в подунах, на харьку его, посмотри. Я заплачу. О, на. Вопрос, видимо, серьезный. Давай башню разворачивай. Ушел второй раз. Давай вниз, может, догоним. Остынь, не догоним. Спросят. Спросят, ответим. А ты вот чем дурой махать, лучше голову включи. Сам думай, что делать будем. Осмотрим квартиру, спокойно. Может, найдем что-нибудь. Ты в бумагах поковыряйся, а я почту проверю. Теперь Лялина. Что творится, Иван Тимофеевич? Тамара Лялина девушкой была непростой. Круг знакомых имела соответствующий. Так что меня ее судьба не удивляет. А вот про поцелуеву вы зря вспомнили. Почему? Взгляд Головатого мне не понравился. Ну что вы, Иван Тимофеевич, он же... Он интеллигентный человек и врач, в конце концов. Ну, вы знаете, доктор Нацис Менгеле тоже был врачом, и его тоже считали порядочным человеком. А в результате ставил опыты над людьми в Освенциме, мотивируя это необходимостью двигать медицину вперед. Ну, вы сравнили, Иван Тимофеевич. К тому же, Борис Васильевич был вашим другом. Извините, Иван Тимофеевич, я не хотела. Нет, нет, ничего, ничего. А за пятиминутку вам спасибо. Ну что вы. Так. Ирина Сергеевна, найдите Нашивенскую. Пусть покажет товарищу из Угрозовска больницу. Им надо поговорить с больными и медсестрами. Угу. Только я вас очень прошу, больные. Я постараюсь никого не пугать. А, Борис Васильевич, а зачем же тревожить Любовь Евгеньевну? Я сама могу показать. Нет, Ирина Сергеевна, у вас тестирование. Займитесь им. Хорошо. А вас, Иван Тимофеевич, прошу зайти ко мне. Минут через 15. Мне нужно поставить в известность главврача. Ну, вот так вот, доктор. Выходит, что нам друг от друга никуда не деться. Ну что ж, я пойду поищу Любовь Евгеньевну. Чаю? Можно. Thank you.
Ну, так вот, доктор. Думаю, что гильза от ствола, которым убили Лялину, той же серии, что и гильза от ствола, которым убили парня, скончавшегося в вашей больнице от ранения в грудь. Парень, кстати, работал на Гермес. То есть вы думаете, что все это из-за Имтрала? Я думаю, что все это из-за Гермеса. А Имтрал — это по вашей части. Не вижу смысла. Если неофициально тестировать препарат, его невозможно впоследствии внедрить. Нужны согласования, обобщенные результаты. И даже Гермесу, мне кажется, он никогда не сможет обойти эту процедуру. Я бы воздержался от «никогда в нашей стране». К тому же, судя по количеству трупов, ставки очень высокие. Хорошо, допустим. Тестирование незаконно. Нинель Сергеевна подняла шум и пропала. Этот сотрудник из Гермеса тоже что-то знал. А Лялина? Лялина, при чем здесь она? Пока не знаю. Но я думаю, вы мне поможете в этом разобраться. Как? Я вам и так рассказал все, что знал. Этого мало. Вот вы что мне предлагаете? Пойти вскрыть сейф Головатого? Или что, устроиться на работу в Гермес? Я не Джеймс Бонд. А это не страшно. Вы, главное, продолжайте скандалить. Они боятся шума. И что дальше? Это вы наш местный Шерлок Холмс? Идемте только быстро, у медсестер мало времени. Сию минуту, миссис Хадсон. А медсестрам, кстати, можете передать, что у их коллеги Лялиной вот теперь времени просто предостаточно. Арсена Дадаева, будьте добры. На территории. А когда будет? Без понятия, звоните. Ясно, спасибо. Можно вас? А что случилось? Даже не знаю. Доктор, мне теперь что, домой собираться? С какой стати? Ну, с препаратом вашим полная чепуха получается. Вы сказали, все остановлено. Потом другой доктор приходил, говорит, ничего подобного. Я запутался, мне кому верить-то? Послушайте, давайте не будем паниковать. Нет, ну, вам легко говорить. Нет, вы ошибаетесь. Я отменил препарат, потому что... Так вы отменили или не отменили? Да, я его отменил, но... Понимаете, с ним еще не все просчитано, еще не все учтено. Тогда зачем его снова назначили? Или это вранье? Я советую вам отказаться. Знаете что, а? Катитесь вы. Я вам поверил. А что за человек была Тамара? Хорошая, работящая, отзывчивая. Вы вроде говорили... Впрочем, неважно. Знаете кого-нибудь из ее друзей? Молодой человек у него был? Не знаю, мы с ней мало общались. А с больными? У нее как? Хорошо, любили ее. Значит, любили. Спасибо, Любовь Евгеньевна. Я вас больше не задерживаю. Ничего, у меня есть время. Спасибо,
Любовь Евгеньевна, я вас больше не задерживаю. Спасибо за помощь. Ну а теперь серьезно, Лялина сука? Ну да. Только я о ней не особо что знаю. Мы ругались, больные ее ненавидели. Да? Ну давай их сюда. Кого? Ну, тех, кто больше всего ненавидел. Так. Что случилось? Ну, вообще-то у нас медсестру убили. Или вам этого мало? Ну, каждому свое. Тамара прекрасно знала, что делает. А дурное общество и жадность до добра не доводят. Хорошее сочетание. Безобразная. Ну, просто я не умею подбирать. У меня завтра собеседование, хочу быть в форме. Какое еще собеседование? В страховой компании. В смысле? Ну, в смысле то, что надо менять нашу гостеприимную больницу. Тем более с теми событиями, которые здесь творятся. Если что, завтра напишу заявление об уходе. Лиза. Лиза. Вы, я смотрю, перспективный мужчина. Вы только заметили? Вот галстук. Галстук придется поменять. Да я как-то всегда не попадаю. Угу. Да? Ну, не страшно. Ничего страшного. Я же могу вам помочь. Да? Проходи, садись. Ну, о чем вы там толковали с этим опером? Ну, ты знаешь, он спрашивал, я отвечал. И что были за вопросы? Про Лялину. Хочешь, спроси у него сам. Да я спрошу. Он, похоже, больницу с бандитской малиной попутал. Я его понимаю. Ладно. Я о другом, Иван. У меня к тебе предложение. Ну? Пришел вызов в Москву. В МАПО. На курсы усовершенствования. Поедешь? Зачем? Руководители курсы. Но я же не руководитель. В ближайшее время открывается несколько перспективных вакансий. Мне обещали, серьезные люди, понимаешь? Ну, не век тебе ходить в палатных врачах. Боря, я понимаю, тебе до смерти охота меня сплавить с глаз долой, даже с повышением.
Но я тебе такого удовольствия не доставлю. Я останусь здесь и досмотрю это кино до конца. А может, и поучаствую, если сил хватит. Ну, что тебе надо? Что ты хочешь? Справедливости, Боря. Хотя бы. К черту! Много ты ее видел, эту твою справедливость? Немного. Но сводить ее к нулю не позволю. Прости за пафос. Пила, с мужиками блудила, по матери нас все время слала. Угу. Скажите, а вы знаете каких-нибудь ее мужиков? Нет. А на кой она мне? Ага. Спасибо за помощь. А? А. Простите, а вы кто по званию? Капитан. Товарищ капитан, можно обратиться? Дело в том, что у меня у мужа права отобрали за пьянку. Так, может, что-то можно сделать? А что, он не пил? Да пил, конечно. Ну, может быть, тогда подшиться? Позовите следующего. До свидания. До свидания. Здорово, начальник. Че, ляльку-то нашу на тот свет отправили, да? Ништяк. Туда и дорога. У нас теперь жизнь начнется. О! Так, давно умазался? Ты че? Ты мне да ничего... Да ты че, пусти, начальник! Час! Ты че, пусти, начальник! Два. Пусти меня, я вообще больной человек, понимаешь ты? Нет, это мне вместо лекарства! Начальник, это мне вместо лекарства! Ну че ты, злодейку, нашел? Вон другая, вот этот... Сядь! Ходит, она ходила по ночам, водила сюда всяких бандюков. Каких бандюков? Да я-то откуда знаю? Вон смелый какой, иди сам посмотри. Вон они к деду пошли в девятую по палату. Давай вали отсюда. Козел. Дед, ну ты что, очумел? Это же витамины. Ну давай, ешь. Ешь давай. Ешь. Ты ему... Давай, ну, заткни, давай, он ешь. Рот откроет. Ну, ты слышишь, умный, давай помогай. Советую, все молодцы. Давай, зажимай. Дедушка, давай. Кушай. Кушаешь? Вот, давай, вот. Вот, хорошо, давай. Бог помощь. А? Что, дедушку витаминами пользуем? А ты, собственно, кто такой-то? А я эксперт. Фруктолог. Некоторые фрукты очень опасны для здоровья. Дай сюда! Дай, стой! Я тебя сейчас урою. А ну замри. Медленно, двумя пальцами. На стол, что у тебя там? Все официально. Разрешение имеется. Я его аннулирую. Вы чье? Вы чье? А ты че, мент, что ли? А, голова заработала. Это беспредел. Это не беспредел. Вот деда травить – это беспредел. Бабу убивать – это беспредел, да? Какую бабу, что ты несешь? Подругу вашу, Тамару. Что, долю с квартиры деда не поделили? Ляльку убили. А ты первый раз слышишь? Да это... Это тот козел, точно! Из этой палаты он у нее ампулы хотел купить от гепатита. Порву, суку. Порвешь. Лет через 10. Сковались. Так, что здесь происходит? А здесь происходит. Циничное, обыкновенное, дерзкое убийство. У вас на глазах. Вызывайте местное отделение. Иди, я позвоню. А что с ними теперь будет? Да ничего, отпустят. Почему? Ну, потому что они скажут, что банан взяли на рынке, а к деду приходили из человеколюбия. Кстати, вот банан отдай милиции, только сама не ешь. А вы их ждать не будете? Нет, не буду. Не люблю впустую работать. Кстати, где взять адрес соседа деда по палате?
на посту. Помощь еще нужна? Да. Улыбнись. Никак не могу поверить, что Тамару... Ну, значит, туда ей дорога. Любовь Евгеньевна, вы так об этом говорите, будто вам самой убивать приходилось. А мне приходилось. Однажды, ну, в общем, давно это было, лечила я девочку. Лет 18, спортом серьезно занималась. Лечила я ее, знаете ли, от желудочной колики. Ну, давал там в основном анальгетики, а у нее гнойный перитонит развивался. И через 5 дней гнойник прорвался в брюшину, и девочку свезли в морг. Собственно, и все. А вы? Я? Отпуск оформила на 1/2, якобы по декрету. Через 1/2 все рассосалось. И вы так спокойно к этому относитесь? А что мне было делать? Явку с повинной было оформить. Урок я усвоила, а девочку все равно не вернешь. Ну да. Только Тамару другим способом убили. Ну, я думаю, что, может быть, здесь виноваты мужчины. В каком смысле? Иван Тимофеевич, а вы-то что думаете? По поводу. Как по поводу? По поводу Тамары. Ну, что там, мужчины или еще что-то? Я знаю не больше вашего. Ну, понятно. Вам вопросы. Адюльтеры-довики. Ваша жена, она, конечно, святая женщина. Сколько она вас из Африки-то ждала? 3 года, кажется. А при чем тут моя жена? Ни при чем. Простите, я что-то просто так вспомнила. Хотите бутербродик? Гоша, садитесь, я вас подвезу. Ну? У вас сережка за шарф зацепилась. За шарф зацепилась. Так отцепите. Давайте. Да. Видите, как хорошо, правда? Thank you.
Дадаев подошел? Подошел и ушел. Сегодня уже не будет. Завтра звоните. Ариш, ты поела? Угу. У тебя есть шанс посмотреть телевизор до сна. Хочешь? Не хочу. Почему? Слушай, а хочешь, я тебе ужастик поставлю? Ага. Ужастик посмотрим. Ужастик. Но только давай, не пойдем. Больше 10 минут, окей. Хорошо? Давай пошли, только ужастик тебе поставлю. Про оборотня. Ваня, Ваня. Ваня. Вань, что случилось? Тебя отстранили? Да. Но это еще не все. Что еще? Убили медсестру. Тамару Лялину. О, Господи. Как? Кто? Милиция ищет. Опер, который раз... Извини. Да, извини, пожалуйста. Опер, который расследует это дело, считает, что исчезновение Поцелуевой и убийство Лялиной как-то связаны с тестированием МТРАЛа. Он предложил мне сотрудничать с ним на пару. Извини. Он предложил мне сотрудничать. И что ты решил? Я... Извини. Извини, ради бога, одну секундочку. Да, я слушаю. Я просила не звонить. Хорошо. Хорошо. Я буду через 40 минут. Опять вызывают? Извини, пожалуйста. Это в последний раз, я обещаю. Я вернусь до полуночи. Пока его местонахождение нами не установлено, но мы перекрыли все его основные места притяжения. И как он ушел от вас? Он что, Рэмбо? Или Джеймс Бонд? Проявил недюжинную смекалку, сработал как профессионал. Вот. Как профессионал, а не как мелкий репортеришка. Только почему как? Почему вы не допускаете мысли, что он и есть профессионал? Да мы подняли всю его подноготную. К черту! Он сегодня вам показал всю свою подноготную. За что я твоим спецам деньги плачу? Или у них жизнь удалась? Короче, даю сутки. Через день он должен быть здесь. Мент он или ФСБшник, мне все равно. Я хочу, чтобы он рассказал, кто его хозяин и зачем ему МТРАЛ. Ясно? Если бы не мой агент в больничке, мы бы вообще ничего не узнали про интерес этого Шершеневского к МТРАЛу. Может, он сенсацию ищет. Получил слушок. Вот и узнай, откуда получил, как получил. Короче, он должен все рассказать, а потом умолкнуть. Yeah.
пожалуйста, еще 10 минут. Алло. Добрый вечер. Будьте добры, Веронику Михайловну. Ее нет. Нет? Так поздно? Ее только что вызвали на работу. Что ей передать? Это как раз работа ее беспокоит. Прекрасно. Послушайте меня. Мне осточертели ваши поздние вызовы. Организуйте работу все-таки как-то иначе. Нельзя же своих сотрудников вызывать днем и ночью. Ночью? Странно. Да мы никогда Веронику Михайловну не вызывали. Ни сейчас, ни раньше. У нас вообще здание ночью закрыто. Я из дома звоню и хотела кое-что уточнить. Ой, впрочем, неважно. До свидания, простите. Алло, послушай, не вешайте трубку. Алло!